Всем большой привет подписчикам и интересующимся, пришедшим на мой канал. Идет пора заготовки березового и кленового сока. Как я уже выкладывал в своем видео о технологии заготовки. Когда сока очень много, его нужно проще будет перевести в квас и потом уже хранить в течение всего лета и употреблять его в виде кваса. Какая технология приготовления этого кваса? На 3 литра сока, вот у нас сок уже, он немножечко даже помутнел, нужно будет добавить 6 ложек сахара, ложки неполные. 6 ложек сахара высыпаем в банку. Ложки неполные, то есть не переусердствуйте. Затем в эту банку нужно будет вылить уже помутневший сок. Количество сока должно быть ровно по плечике банки, для того, чтобы вошли все другие ингредиенты. В эту банку можно будет добавить ложку столовую сухого кваса и положить 9-10 изюминок для придания резкости этому квасу. Для того, чтобы был хороший цвет, нужно добавить пару кусочков, три кусочка можно добавить, ржаного или бородинского хлеба. Три. Затем все это тщательно перемешать. Тщательно перемешать. И закрыть крышкой, крышку не плотную, для того, чтобы у нас было место, куда выходить газом. После того, как мы это все засыпали в банку, закрываем крышкой. Крышка обычная. И ставим этот у нас квас для брожения в теплое место. Можно просто в теплой комнате. Через 5-6 дней у нас этот сахар забродит и перейдет в спирт, даст резкость. Потом после этого даст цвет. Цвет будет вот такой вот. Вот такой цвет. Коричневый. После этого нужно будет процедить полученный квас через марлю и разлить по бутылкам герметичным 1,5-2 литра, 3 литра, кому сколько душе будет угодно. Закрутить пробкой герметично и поставить в холодное место, в погреб. Или в холодильник, можно, если большая емкость. В лежачем положении эти бутылки. И они будут уже готовы у нас к употреблению в течение всего лета. Заготавливайте вкус кваса из сока. Не идет ни в какое сравнение с обычной водой. Спасибо за внимание.